Друзья, всем привет! Я думаю, что вам будет интересно посмотреть, в каких же условиях питаются депутаты нашей страны. Поэтому зайдем, посмотрим столовую в стенах Верховной Рады Украины. Погнали, заходим. Здесь стоят огромное количество столов людей, которые питаются. Вот эти столы. Здесь есть вот такие вот случаи. Как вы видите? Такие вот стойки стоят. И самое интересное, это рацион. Вот здесь берут ложки, вилки, поднос, салфетки и поехали. Значит, десерт. Разные тут панакоты, разные, короче, желешки. Вот сырки, красная рыба. Было бы интересно, конечно, посмотреть еще стоимость всего этого. Я, честно говоря, не знаю. Апельсины, мандарины, яблоки, капуста, яйца. Вот. Я потом прайс, наверное, прикреплю после, и все. Здесь борщ. Вот такая вот еще рыба. Вареная, запеченная. Вот там разные бутерброды. Плюс блинчики. И селедка какая-то. Там сыр. Огромное количество сыр. Там булочки, сочник. Вот. Штексы, все остальное. Вот. И здесь вы уже можете увидеть огромное количество шоколада, которые можно приобрести с этого сладкого. В том числе и ордек. Вот, вот такие вот условия здесь, в стенах Верховной Рады. Пока вы перерыв, решил вам показать, что вам туристически взять. Что касается здесь куранта цен. Вот, вы все видите и можете сами отследить, что сколько стоит. Каждый день ассортимент меняется и как бы он на самом деле достаточно обширен. Даже голубцы вот есть. Пироги. Конфеты, вот сюда подивися. А ці жіночки нас обслуговують. То же самое, по сути, все, что я уже показывал. Вот, вот так вот это все выглядит. Вот здесь можно взять кофе, либо чай. Вот такая вот столовая. Так. Так, друзья, тут еще небольшая комната есть. Вот так она выглядит. Здесь все происходит как в ресторане. Вы заходите, заказываете в меню все, что вам нужно. Вот здесь меню. И вас обслуживает официант. Вот. Вас служит официант. В принципе, чем отличается это от той столовой, которую я показывал прежде. Здесь просто вы оставляете чаевые, там, сколько посчитаете нужным. Ну и как бы здесь общая обстановка такая более умиротворенная, спокойная. Вот видите, такие хрустальные люстры висят. И как бы, в принципе, такая более респектабельная. Я, честно говоря, здесь ни разу не обедал, не ел, но, тем не менее, здесь вот такая комната есть. Друзья, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем любви и радости, живите в благости. Здравия вам всем. Намасте.